Ой, здравствуйте. Здесь есть тропический тукан. Здравствуйте. Здравствуйте, мужчины. Привет, Денис. Привет, привет. Я вот с Блэком, получается, единственным знакомым. Да, это Блэк Артур, это Дима Бист. Будьте знакомы. Будем знакомы. Мы вроде знакомы, я не помню, конечно. Мы 100 лет назад, видимо. Вдруг ты забыл. Да. Я просто помню тебя по пятнице, и с тех пор простить не могу, понимаешь? С тех пор помню каждую ночь. Вспоминаю про тебя. Я буду Гордоном Фриманом тогда. А Дима король бокса. Погнали. Все, погнали. Я буду молчать. 4 человека, шансы-то увеличились? Ну, получается так, да. Если что, я просто напомню тебе, что у нас воображаемые 50 тысяч долларов, да, евро? Мы уже их просрали. Не-не-не, вот, но они воображаемые, поэтому намного не рассчитываем. 10. И 50 тысяч можно... А что бы вы на них купили? Бит, мы просто... Точнее, я готовлюсь к Twitch Rivals, а ребята вот... А мы просто присоединились. А, так ты теперь спортсмен уже по этой игре? Да, качаюсь. Ты, говорят, очень хорошо играешь. Макс тебя хвалил прям вообще. Нет, это не я другого Диму хвалил. Я? Не, Fall Guys, я, конечно, это... Не настолько хорош, конечно, как Максон. Но я тренируюсь. То ли они там на нарком, то ли... Да-да-да, в чем суть вообще? В чем суть? Ну, я думаю, что... У нас, не получается, знаю, Денису капитаном надо быть. У меня вот приз зрительских симпатий. 5 подписок подарили, как бы. Все хорошо. За финал. Интересно, понятно. Что мне подарят за корону? Может быть, пиццу? О. Какую пиццу? Я не знаю, я любую съем, если честно. Денис, а ты пробовал пиццу Папа Джонс? Я когда с ними сотрудничал, я, короче говоря, заказывал пиццу Папа Джонс. И в определенный момент я вообще пиццу с сырами не люблю. Угу. Но как-то раз решил попробовать и заказать пиццу 9 сыров. Боже, Блин. Какая она вкусная, просто офигенная. Вот, просто рекомендация. Я так понял, ты кушать хочешь? Ну, чтоб тебя немного дезморали. Я успел поесть, ты знаешь, но я бы еще поел. Вот в чем дело. Ну, поговорили, получается. Да. Я помню, я к Максиму однажды зашел на стрим, а ему приготовили шавуху с сосисками, что ли. Он так аппетитно ее ел. Обещаю шавуху. Сейчас там просто с ума сошел. Шавуха с сосисками. Нет, толкун! Толкун! Меня толкнули. Да тут уже типа все нароняли, как обычно, вот это. Бегут не туда. Лол, такие неприятные чуваки с нами играют. Вообще смерть. Просто люди неприятные максимально. Я тоже насчет, как быдло. Насчет тогда, людей я вообще не уверен. И все пошли нахуй вниз сюда, ребята. Не знаю, куда. Животные. Я психанул. Вперед туда. О, давайте на молоток. Да, я для тебя вот это поставил. Я бы даже сказал, в какой-то степени с нами сейчас сыграет быдло. Самое настоящее быдло. Быдло и лемминги. 8-летнее быдло. Не, ну 8-летнее быдло — это жестко, на самом деле. Ну ладно, просто быдло. Да, просто быдло. Так, ну... Ну вот что тут сделаешь? Если у человека мозга, сука, нету просто. Чё ты такие токсичные? А кто там вообще полетел? Так тут 50 тысяч на кону, алло, даже воображаемых как бы. Воображаемых. Я помню, может, мы в детском садике, когда чуть не сказал, когда в детском садике жили. Когда мы в детском садике были, мы нарывали листики и устраивали подпольные бои на листике. Так у всех такое было. А еще были, типа, очень бодро. Играли в ГАИ, короче, типа, вот этот вот листики права прокалывали. О, нифига себе. Нет, такое мы не играли. Ты что, мы попе ковыряли? ГАИ играть, прокалывать, ты что? Не, ну это было сильно позже, ты что? Подожди, может, у тебя кто-то в семье работал? Нет, это не наложилось одно на другое. Все хорошо, Денис. Мы вообще пройдем этот или... Я не могу пройти розовую платформу. Да они все прыгают вместе, понимаешь? Вот, смотрите. Чтобы на центр прыгать. Вот, что тут сделаешь? Вот все, смотри. Держи меня, Денис, давай как в Титанике. Держи меня, а я буду держать тебя. Крап на голове, я тебе не доверяю. Ну вот, пацаны, прошли же. Дима, ты прошел? Да, я прошел. 18-й. Ну, Денис с Артуром тоже проходит. Go! А то что, с молотка можно залететь? А? С молотка можно залететь? Молоток новый. Я не да, понимаю. Можно. Уф. О чем речь? Не понял, какой молоток вообще? Это молоток крутится. История, как Артур получил права, что... Молоток, который может тебя прям до финиша иногда добраться. А, вижу, в натуре. Нифига себе. Смотри, ФКш никакой. Нам нужно пригласить Димаса в мультитрансляцию. Может кто-нибудь это сделать? После игры.
Да можно и сейчас модера без QT. Ну, Биас. Стример, Биас, да, стример такой на Твиче, блядь. Твитч. Первый раз слышу. Мы с Бестом познакомились, по-моему, вот когда первая волна РП была по GTA, вот ты какого-то мексиканского спорта. А вот я не буду говорить, как тебя звали. Я не буду говорить, как тебя звали, да? Уже не буду говорить. Это уже запрещено. Я тоже знаю, как тебя звали. Было дело. Хорошие времена были. Спасибо вам за веселье. Было весело, очень весело прям. Сейчас РП уже не то, да? Удалось пригласить BeastQT за настроек мультитрансляции стримера. Ничего себе. Говорят. Подожди, Бист, ты же партнер, да? Да, я партнер такой. Конечно. Боже, я Дэн, я вспомнил, как тебя там звали. Да я, говорит, мне долго доходил. Не стоит такое слово говорить. Да. Он же Дон там? Дон? Дон, да. Дон Пердон, да. Да, Пердон, Пердон, да. Так, арбуз, апельсин, да. Апельсин, арбуз. Ладно, арбуз, апельсин. Арбуз, апельсин. Арбуз, апельсин. Арбуз, апельсин. Дрёд, ну ты сложно ошибиться. Арбуз, апельсин. Будешь в моем возрасте? Вот. Так, арбуз, арбуз, все, арбуз. Артур, держи меня, я буду держать тебя. Давай. У-у, кто-то. Давай, держим. По-моему, мы как-то плохо держим. Все, нормально, нормально. Все. Арбуз, так, апельсин, вишня. Арбуз, банан. Яблочко. Да. Так, яблочко, вишня, арбуз. Арбуз, банан. Вишня. Арбуз, вишня, яблоко. Арбуз, вишня, яблоко. Вот у меня нормальный тот квадрат. Арбуз. Только не персик, блядь. Ой, вишня. Есть вишня. Есть вишня. Вишня. Я не уверен. У меня я вишня. А я тоже не уверен, что я с тобой побежал. Так, яблоко, банан. Виноград, яблоко. Яблоко, банан. Яблоко, банан. Яблоко. Яблоко, банан, виноград. Яблоко, банан, виноград. Так, яблоко, арбуз. Только не вишня. Ой, яблоко! Яблоко! Вот тут, Артур? По-моему, да! Ну, боже мой, здесь... Так это персик был! Боже! Жесть! Я даже не стыдно, камон. Я порошел! Круглый круг! Денис! А все улетели? Денис, ей! Денис остался. А выходить? Нет. Денис остался. Дим, ты что, ты как 12 человек? 50 тысяч! Денис, ты что? Ты чё, с ума сошёл? В финал сейчас же будешь играть. Сейчас Блэк, футбол, можешь проверить сейчас? Сейчас я подкручу тебе футбол, и потом сыграете гонку. Давай. Угу. Сделано. Я футбол ненавижу. Нет, уже это было очень смешно. Нет, охота. С пистолетом, с лагами ненавижу. Такими, так временами парит. Типа, когда с 2 метров оно у тебя отлетает. Ну, затычка вот эта. Ну, у тебя отлетает, а при этом ты не можешь схватить за хвост. Да, да. Вижу, спасибо. А какой ход? Потом появился. Куча народу со мной стало, главное, поверило в меня. Не, я тоже почему. Мне на этом тоже показалось, что там, где ты стоишь, яблочко. А ты даже не понял, на чем ты стоишь. Ладно, ты бы не помнил, где яблочко. Но ты не помнишь, на чем ты стоишь. Терентий, приглашение отправлено, если что. Вот как он взял? Не, я Димас. Я все-таки перепутал. Да, ничего страшного. А Денис 1.1.9, да? Да, Денис такой, как манекен для смерти. 7.7.0.1. О, вижу. Денис, ну пора уже... Ты неправильно играешь, ну? Денис, да, беги налево, Денис. Тебе нужен хвост, Денис. И налево еще раз, Денис. Еще раз направо, Дима. Вон справа, Аня, ну вот же они. Вот, правильно, Денис. Теперь просто стой, зачем ты побежал? Хорошо, что ты меня послушал, Денис. Да наверх поднимись, пожалуйста. Денис, ну за тобой мужик бежит, ты можешь убежать от него, Денис? Вот туда под голову, смотри, батик, если ты не забатил... Вот, нормально, забатил. Чувака просто развалило. Денис, ну камон, 20 секунд осталось. Ну что ты делаешь? Вот теперь смотри, у тебя есть шанс, в принципе. Тебе нужно просто догнать человека, лол. Хорошо, я пойду на опережение. Вон там наверху, вон наверху, видишь, бегает? 16 секунд, все или ничего? Наверху, наверху, Денис, ну камон. Есть! Денис, не только хвоста, 50 тысяч! Ты как в этом, кто хочет стать миллионером, короче, у тебя 30 секунд. Денис! Денис, ну подвел команду, конечно. Победа не будет. От меня! Ну все, Денис, получается, из тебя мы проиграли 50 тысяч. Да. Без хэппи-энда, Денис. Как ощущение? А как ощущение не знать вот в твои годы, не смог отличить кого? Яблоко от... Ну, ты знаешь, как бы, херовое ощущение сейчас.
Что? Там... Запускайте, мужики. Запускай. Я понял. Мы уже старые пердуны сидим, играем в игру. Мне говорят, что не появилась кнопка мультитрансляции. Может быть, не прожали старт модератора? Может быть, конечно. А может, им всечь? Кому? Модераторам. А, кстати, Лишуса единственный, кто не принял. Инвайт написано. А, может, мне всечь тогда? Так, да. Сейчас посмотрю. Подожди, у меня написано, что Денис не в форме. Я вроде прожимал. Не, дело, дело не про форму, я сейчас смотрю. Так, смотрю, мультитрансляция. Начать мультитрансляцию. Мой отряд, Эльшуса, Black Ufa, Lost Games и Бисквити. Я всех вижу. Ну, принять. Все работает. Да. Все, а, оп, мы уже летим, окей. Нормально, в этот раз быстро на что-то. Значит, мне всекать не надо. Хорошо. Да. А тут тоже будет молоток, который может тебя сразу... Да, попадать? Будет. Не факт, он рандомно появляется. А, он рандомно появляется? Да. Ну, у меня главное ляпнуть. Это с новым патчем добавили. Меня тоже кикнуло. Соединение с сервером. Откуда? Вас кикнуло? Нет, я в порядке. Ну, вы можете доиграть. Так, ну давайте выйдем. А что там доигрывать, если вы вылетите? Пока еще не начали. Давайте выйдем. Я ливнул. Я так, все. Патя как бы не развалилась. А я в первом ряду был, вы представляете, как не повезло. Ага. Тереха, может, у тебя с компом что-то? Ой, Димас. А за что меня-то кибербулят? Здесь есть как бы пожаловаться кибербуллинг? Не, игра мертвая получается. Смотрите, как медленно ищет. Лучше вспомни, когда только все начиналось, приходил какой-то чувак к тебе и донатил постоянно. И говорил, красава, Терентий, блядь, постоянно зависает на твоих стримах, блядь, скайпом. Записать на твоих стримах уже столько времени. Он это делал разочек, он это делал систематически. Ну, может, тоже он забывал, какие там, где яблоко. Вы Денис. Играете, потому что у меня заполняется. Да, слушаю тебя. Денис, скажи мне, вот в пятницу будет Twitch Rivals, да? Да. Там будет за второе, за третье место какие-то призы? Да. Или там тоже? А, там будет, я денежный понял, да? Денежный приз, да. Угу. То есть все-таки шанс есть. Даже за последнее место. Слушай, даже за последнее? Нифига себе, ну годовщина, конечно. Она раз в году, но денежный приз за последнее место. Сейчас скажу. А какой? Значит, может, тебе долг первое место 7,5, второе 4500, с 16 по 20 полторы. Что, $1500? Гарантированная квота? Бля, походу, меня не загрузило. Сыграйте, наверное, одно. А сколько участников? 20. 80 стримеров, 20 команд. 20. Изи. А что это за сокращения там пошли? Вы специально попадаете под эти давилку? Да. Ну я вообще нет, ну как бы да. Такое работает. Меня я хоть посмотрю, как они проходят. Ну просто типа каждый, ну типа еще вот раз сделаешь, чтобы перезаходили эту хуйню. Сюда. Как по мне. Диму плоховато слышно? Не нормально, знаю. Я его погромче даже сделал. Вообще меня слышно отлично. Сейчас посмотрим, как сделать Денис, он точно знает здесь какой-то лайфхак. Последим за ним. Да по левой стороне надо подкажешь. Последил. Вы пролетаете там? Меню группы. Вот это да. Покинуть группу. Меня загрузит соло? Я на самом деле в первый раз сделал. У меня что с игрой. Слушай, ты такой жесткий на самом деле. Да? Сюда. Не везде. Не везде, Максим. Понял. Денис, это была такая грязь с твоей стороны. Какая грязь! Я такого не ожидал. Я думал, Денис такого точно не сделает. А Денис сделал, я видел. Это вообще, чувак, это что-то запредельное, если честно. Все прошли наши? Ну да, получается. Да, я в игру произошел, я посмотрю за вами пока. А ты вообще не понял, Денис, что ты сделал, да? А что я сделал-то? Я кого-то столкнул? Попой своей толстой залез в единственную дырочку, которая была. А всех остальных попой оттолкнул. Да, да. Да. Ты знаешь, это вот в суд подать заявление, он меня попой оттолкнул. От дырочки. Такие претензии. Попой оттолкнул от дырочки. Напиши об этом. И все, минус карьера стримера. Да. А ты
Мне сказали, что у Беста нашло не у нас. А, да, у меня с игрой это, у меня неизвестная версия произошла. За вами смотрю, пока я наблюдаю. Просто набираюсь опыта, впитываю, как губка, понимаешь? Смотрел, я смотрел момент, когда, кстати, Денис тебя столкнул попой. Это скажи грязь вообще. Это у меня аж замедлилось все в глазах. Я так, Денис, ты не мог. Не потемнело там? Потемнело. Это точно не Денис. Это жесть, походу, была какая-то. Я что-то просмотрел. Автоподстава. Блин, а клип есть, нет? Денис, я на самом деле что-то удивлен. Как так, Денис? Грязь. Чего? Что? Ну, очень грязная игра, Денис. Ну, получается, что Денис там что-то страшное натворил, говорят. Грязная игра, Денис. Слушай, я, кстати, помню, тут как-то делали профессионалы. Да, забирались как-то и подтягивались, что ли. Так лучше не делать. Профессионалов, да. Я знаю дешевые школьные фокусы здесь, и все, наверное. Главное сейчас не упасть в желе. Типа вот, да. Блин, был хороший бы школьный фокус, конечно. Ну, вроде что получается. А может и по голове не бить сучары? Я хотел сказать потом. Понял, что у нас культурный стресс. Спокойно, я здесь. Спасибо за помощь. Все, да, на месте. Всегда можешь на меня рассчитывать. Да, в этой толпе, конечно, сложно что-либо сделать. Да. Опа. А там что, сразу на второй залез? Можно будет тоже это практиковать потом. Нет! Нет, пошел нахер! Спортивные монкассы за каждым так, типа, берешь, охуенно выглядит, да? Человек. Типа, раз, там, посмотрел следующий, оп, типа, он за ним идет. Это что, я топ-1? Ля, нахуй, это просто вообще. Нет, я топ-2. Нет, я вообще не прошел. Нет, я прошел. Так как так-то? Нет, я топ-2. Ну че, зачем вы стоите-то тут, придурки? Ну как же так? Давай, хорошо, Денис. Ну они вчетвером там стоят, зачем они это делают? Не надо. Ты! Нет, стой! Не-не-не. Я грязь, там... Артур! 50 тысяч на кону, алло. Это такая грязь! Я даже отрицать не буду. Я хотел тебя скинуть, да? Это... Никогда. Никогда не будут наши отношения прежними. А, все, да, это Рубикон такой. Все, чего мы на вот это. Я с Денисом с открытым ртом. Денис бежит, Денис все сможет. Денис рядом. Денис! Давай! Все, сюда. Мы все на месте, да? Да, да. 50 тысяч уже маячат перед глазами, понимаешь? Так они же на всех! Виртуально. 7,5, Артур. 7,5. Я понимаю. Ну хотя бы так. Там есть еще другие есть, команды. А почему бы другим командам, не знаю, не перерезать свет перед предприятием? Ну, вообще всем, как бы. Так. Ну, по приколу. Это игра пробуждает все худшее в людях. Ага. Не то, что пробуждает, оно просто вылазит. Это вот все, что есть в человеке. 50 тысяч чего? Воображаемых денег. Самое хорошее. 50 тысяч сабок разыгрывается в партии. Интересно, а 50 тысяч сабок это сколько в деньгах? В рублях. Ну, Максим быстро считает. На 499 умножай. Плюс скидка в сентябре, с октябрь. Вы подписывайтесь со скидкой 100 рублей на своих любимых кастеров. Тут, кстати, лучше где? По бокам идти? По бокам. По бокам. Абакан. По бокам. Проходит 7 человек. Ой, банан плохо летит. Очень плохо летит. Арбуа. Кто Гордон Фриман? Серьезно? Я! А нет, Артур, да, точно, Артур. Артур Персик! Стой, падла! Держи его! Где Денис? Двое из наших проходят. Да, Денис! Я, видимо... Ну, нет. А, да. Да? Нет! Как? Не могу Ну, я считаю, это подсыжено. Тупая игра. Денис, для меня ты прошел. Я смотрел. Удачи. Для меня ты прошел. Ну да. Сердце. Ты мой любимый падающий мужик. Я смотрел. Самый любимый падающий. Он реально для меня ты в сердце прошел просто вообще. Хоть не на финиш. Но в сердце. Что будет? Ну это подсыжено было. Это просто шутка какая-то. Я очень люблю именно вот эту херню. Аналогично. Влад, да, научишься. Очень, очень большой тут нужен именно скилл, умение, короче, нужно здесь. Да, еще на геймпаде играть желательно. Да не, на клавиатуре тоже пойдет. Так, за кем мне наблюдать? Артур.
Не наблюдай за мной. Я не люблю, когда за мной наблюдают. Ты же мне подсказывал, значит, ты что-то знаешь? Нет, я просто как бы словесный понос, ты не подумал. Сразу по две ты решил, да? Такой. Да. Я, то есть, это такая тактика, если что. Оп. Кто же победит? Тираннозавр или Хэдкраб? Тупый хейтер. Нет! Что ты делаешь, тварь? Так, Артур, расходимся. Разделяй лапки. Что такое? Воу! Что за серьезное дерьмо? Так, хейтеры. Отделяем хейтеров. Не переживайте, Ренти. Бивис, ты как жив? Булят еще он денег. Вообще не на том, он вообще на другой этаж. Мне задонатили, сказали, не переживайте, Ренти. У него плохо нашло игру. Понял. Да, да. Я не Терентий. Да, как бы. Да, Терентий. Попался. Да, Терентий, все мы так говорим. Каждый из нас немного Терентий. Макс, а ты бейсболист? Да. Я люблю бейс. Потому что три платформы. Все хорошо. Отлично. Я пролетел сквозь. Спасибо за донейшн. Да ну ёпта. Отлично. Я желательно пролетел сквозь штуку, типа, сквозь ромбик. Как это работает? Тут давай, 50 тысяч. О, все, ГГ. Я заканчиваю. Не-не-не, не надо заканчивать. Надо побеждать. Я просто не могу, чел, это невозможно. Так, я вау, найс, бак, игра. Взял просто сквозь пластинку. 4 пролетел. Человека, ты далеко от всех, Шус, поэтому можешь на этом атаке максимальное количество времени держаться. Да, но ты не в ту сторону повернул. Ой, нормально. Пока к нему еще он не добрался, этот парень. Осталось 2 человека. Ты и он. Давай, нет, родной. Нет, 3, я вижу, что 3. А вон наверху, да. Подожди, наверху еще оставь много. Оставь себе путь, оставь себе путь. Ой-ой. Я не вижу опций. Да как же вот... Ну, это чел неплохо. А, у него еще там дофига. А там еще наверху на желтый чел. Он упал. Был. И он упал. И остался тут внизу. Но мы неплохо держались. Молодцы. Я не люблю это. Не инвайт скиньте только. Да, конечно. Да, сейчас все будет. Ты у меня есть друзья, хочешь? Да, мы давно добавлялись. Это правда. Да. Добавлялись, да. Теперь меня называют Терентий. Мне пишут, Терентий первый раз у вас на стриме. Спасибо. С кайфом. Так, пригласи. Я тоже скину. А, ты сделал. Давай, я скину. Нашел. Спасибо. Рванули. Получается, давайте побеждать. Так хорошо шли. Думаю, пришли хорошо. Типа, понимаешь, мы как бы тренируемся, это разогрев просто. Прыгать надо максимально ровно. Да. Сейчас вот это расскажешь, но как оно надо играть. Денис. Он просто выключил микрофон, просто, забил уже. Нет, просто знаешь? Такая история. Человек хочет передать тебе привет. Mm-hmm. Он тебя называет по имени, фамилии, какие-то там есть, видимо, позывные специальные. А я думаю, а вдруг Артур уже забанил его на канале, у него сейчас будут негативные эмоции. Почему к тебе не может зайти и передать привет? А я не знаю. Я тоже не знаю. Какая-то хитрость в этом есть. Я думаю, да. Ну ты передай на всякий случай привет. Ладно, мы идем, не? Ну мы идем уже как бы. Мы уже незваные гости. Хорошо, Артур, тебе привет от друга из ДК РТИ. Ага. Дамир. Так, хорошо. Тебе что-то... Кто это? Мне это ничего не говорит. Тебе это ничего. Вот. Дамир, кто ты? Его же Данил зовут, я правильно услышал? Да ладно, погнали. Так, есть. Давай опускайся. Все мы знаем, что ты опустишься. Отлично. Ты про кого? Про ворота. Успеть, леденцы, сучьи! Кого? Не, ну это было максимально обидно, на самом деле. Это... А дверь не открывается! Открой дверь! Спасибо. И не закрывай! Так, отлично. Уф! Сюда! Есть! Боже, меня просто засосало в шлюзы. Не, я не приду, гайс, походу.
Да ладно, да. А кто смог пройти? Блин, я почти здесь! Я прошел. Вы, по-моему, все прошли. Да. Блин, Артур! Ну, может, с Данилом познакомиться из ДКИ пока. Я понял. Нормально. Не хочу. Черт, Данил! Я сделал все, что мог. Вздохнул Данил. Какие-то локальные мемы? Что? Да. Дэн, Денис. Чего, Денис? Что? Просто вот ты сидишь такой. А, да, я. Да. Что-то случилось. Я думаю, что бы я хочу есть, думаю, что, чтобы поесть. Вот и меня благодарят, называя Терехой. Конечно, блин. Я очень рад стараться. А кто такой Тереха? Что за Терентий? Друг мой, Тайр. А, Тайр. Да, это он. Тайр СС. Да-да-да. И как, с ним мы тоже играли. СС как жопа. С. Тайр СС. С. Я понял. Обидно, конечно. Двойная жопа Тайр. Или Тайр двойная жопа, скорее. Он же знает о том, что ты так шутишь, да? Конечно. Ну, ой, да. Чё, это еще не самое, знаешь... Страшное? Ужасное, да. Ловлю кринж. Ну, как поймаешь, покажешь, ладно? Слушай, когда так мало людей на этих качелях, вообще просто задорно. Похоже, все быдло отсеялось в предыдущих раундах. Быдло. Кроме Артура, естественно. Я имел в виду... Ну, ты понял. Я имел в виду... Вот, теперь я не понял. Мало людей! За что? А, то есть я не быдло. А, нет, в этом ключе. Нет, интеллектуал. Высшая категория. Звучало неоднозначно, я уже оскорбился. Ты знаешь, когда я начинаю оскорбляться... Ну, что теперь делать? Надо как-то менять ситуацию. Да зачем? Нормально все. Ну, окейшки. Ать! А где Денис? А Денис? Кто? Четвертый с вами кто? Терентий. Терентий. Да, я задав. Да что ж я делаю это? Нет, да что ж я делаю это? Что ты там делаешь? Да нет, ну почему? Я в одиночестве пытаюсь справиться с качелями. Дима, ты прошел там хоть? Да, я последний... Там меня держит дракон какой-то. Динозавр держит, да. Я только что видел, как ты далеко, брат. Ты должен постараться. Денис. Я остался. Там уже вообще жесть. Там 4 слота осталось. Покажи красивый прыжок вниз. Да он уже все. Я даже договорить не успел. Удачи. Удачи. Там мы сейчас все это разделаем быстро за страну. У меня, кстати, боксер. А, все, он улетел, этот боксер. У него как будто кишки, как у зомби, снизу из живота. Есть такой скин, да? А, я не думаю, это все-таки игра, наверное, с другим рейтингом. Ладно. Мужик, это с игра, ты самый жёсткий. Я не знаю, что там по рейтингу. Ну, я в ней, во мне просыпается реально ненависть ко всему. Это не единственный человек. Да. В котором просыпается ненависть ко всему. Тут просто... Я много новых слов узнал. Там, ты играешь ты, и парад уродов с тобой играет. Я говорю, у нас арт, я вам покажу потом. Типа, у нас вот, ну, в нашем комьюнити, скажем так, игра называется «Толпа ебланов». Ну, вот так и все. Вот так оно как бы работает, да. Так получается, что самые детские, цветастые, дружелюбные игры, они вызывают... Да, скоро Crash Bandicoot выходит, да. Марио Карт еще, если играете. Crash Team Racing офигенно, всем предлагаю поиграть, очень уровень. Не, я видел, как ты играешь, я не хочу. А я этого в Tekken не хочу. Ну, типа, видишь. Мы знаем, за что ненавидеть друг друга. Это очень плохо. Это очень плохо. Беги, Дима. Последний. Блин, опять наблюдаю за каким-то рандомом. Шарик неплохо прошел. Да не толкайтесь. А там вообще по таймингам пролезть-то или нет? Я потому что... А, упал. Оно уже близко. Модели. У тебя одна попытка. Я знаю. Давай. У меня две попытки! Насчет второй я не уверен. Какой тайминг был, ты видел? Я его что, подтолкнул, что ли? Отлично, отлично. Тютелька в тютельку прям. Максон, ты в порядке?
Да, я вижу, как ты катишься. Да, я не вообще... Ничего себе. Да, можно залетать, оказывается. Домашняя заготовочка, понимаешь? Домашняя заготовочка. И аккуратнее с молоточками. Ты смотри, что делает, да? Плохо, ты посмотри, да, я такого даже не знал, что есть. А, что так быстро? 17 августа, говоришь, ты в последний раз, да, эти заготовочки употребляешь? Да, и что? Нет! Именно так! Именно так! Что это было? 17 августа! Мне кажется, это была психологическая атака. Не стоило хвалить. Я краснею, у меня поднимается температура и замедляется реакция. А кто остался-то у нас? Я! Я! Да я там прохожу, меня толкает. У меня чел бежал только по слизи. А где, кстати? Давай ты сможешь. Сверху херня это. За себя и за Сашку. Они катаются. Их теперь леденцами заменили. Димас, ну это финал. Финал. 50 тысяч рублей на кону, заходи. О, кстати, меня тут задают хороший вопрос. А вы как смотрите на Pixel Battle? Не хотите на него залететь? Что за Pixel Battle? А там, где ставить всякие пиксели, рисовать всякие рисунки. А, где срутся все, да? Стримеры, блогеры. Ясно. Я такой неконфликтный человек, туда не лезу. Ой, три человека! Три человека домой! А что, вы хвост будете ловить? Я не понимаю. Хоть бы память. Дайте им память. Арбузы, вишни. Такого финала нет, но я очень хочу. А, наверное, вокруг... Ну, как минимум, тут три еза, топ-3 дают деньги. Выдуманные. Выдуманные деньги дают за все. Хвост! Воу, ну давай. Покажи. Я выиграл, я один раз выигрывал, это был хвост. Не, хвосты я вообще ненавижу просто. Хвосты и прыгалки вот эти вот. Ну, втроем это, конечно, финал, я впервые такое вижу. А хвост еще не дали. А ведь 30... Нет, хвост есть у человека. 33% шанс. Ну, я боксер. Да, боксер. А 10-36. Он типа не ловит. По такой огромной карте бегать бы типа от одного человека. О, нормально. А когда стартует? Иди сюда. А второй АФК стоит вообще, смотри. А он типа в конце, не, в конце активируется, я тебе говорю, за 20 секунд где-то. Как зомби активируется, знаешь. По ночи. Во! Давай, давай, там лови пока. Нормально. Нет! Нет! 50 секунд. Да еще времени много. Чел не активировался, как слышно, не активировался. What? Он ждет просто, он выжидает. Он выжидает момент, да. Он активировался, Дима, активировался. Киборг-убийца. Да, он пошел, все. Может, вдвоем они будут подрезать хотя бы. О, нормально, беги! Wow. Давай! Красные трусали всосали. Боже, 30 секунд. И ты станешь легендой, мальчик мой. На, его снесло, отлично. Просто жди здесь. 23 секунды. 15. Давай, 15, один поднялся там. Второй поднял. Беги! Идеально! Боже, у меня ты просто упал и двигаешься, короче, лежа. Как читер. Нет! Что? Нет! 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 Видели, как он на пусте влетел у меня? Нет! Ну да, в общем. Спасибо, Тереха. Спасибо, Тереха. Команда Тереха. А он, походу, на бусте залетел, а мне как раз на него в прыжке. А чё за буст-то такой? Ну, крутится, типа которая. Она раскрутила его и кинула в меня прям. Он нажал пробел и контрол, он влетел в него, да. И назад не... легко. Да, сложно. Дэн, Димит. У меня сердце так бьется, как будто я не знаю. Как будто настоящий 50 тысяч играл. Ну, ты был хорош. Слышь, ну если бы я было. Было в два раза больше шансов, это я тебя подвел в предпоследнем раунде. Да в конце вообще странно, что три человека всего прошло. Ну, по сути, кстати, этот, ведь будет присуждаться победа короны команде, а не одному человеку, правильно? Команде. Ну, так, значит, есть смысл тогда, если играешь, подсирать всех остальных, а одного чувака своего сейвить, керить, как можешь, замедлять всех, а чтобы он убегал. Ну да, многие так и ведут все. Блин, адреналин, конечно, в этой игре, да. Не знаю, у меня такая ненависть появляется. Ну, когда на 2 секунды забирает хвост, да, ненависть. Да не, у меня сначала. Вот здесь, вот, когда все бегут не в ту стену. А вы знаете, как концы определить с правильной двери? Нет, как? Маленькие треугольнички, они чуть-чуть меньше по пикселям.
Последние три двери вообще можно определить. А посмотри, вот последние три двери сейчас, обрати внимание. Смотри, какая неправильная. Так, какая правильная? В центре, получается, левая сейчас от нас будет, для нас правая самая. Вот последнюю могу сказать. Для нас самая правая правильная, да? Последняя, да, а остальные самая, надо смотреть. Угу. Сейчас самая правая, угу. Последняя дверь правильная. Да, 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 да. Все, окей, так, ладно. Ну посмотрим. И остальные две двери также можно определить. Ладненько, сейчас проверим. Чел, если это будет не так... Чел, ну, 99% уверен. Сюда. Блядь. Какой же приятный звук. А здесь леденцы. Леденцы, я тоже, кстати, офигел, если честно. Да, леденцы. Меня чуть сверху не перекинули. Да отстань, леденечки. Леденечки. Тут, походу, а вон они с той стороны. Леденцы толкаются. Леденцы, вообще жесть, я тебе кричу, мужик. Волк будто бы знает, где все эти двери. А ну правая, правая, давай посмотрим. Да, правая, свободная. Нифига. Воу, ауч. Задавили. А можно мне, пожалуйста, только спросить? Боже, я тоже хочу. О, молоточек, кстати. Фига, кого-то молоточек закинул. Молоточек имба. Оно реально закидывает на финиш прям. Но оно на рандоме, да, Денис, говоришь, появляется? Угу. Ну, здесь, в принципе, патч вышел где-то недели две назад, и немножко поменяли механизм с препятствиями на многих картах. Например, если крутилась по часовой, теперь иногда против часовой. Добавили рандомы. Шары, если горизонтальные были, теперь вертикальные. До этого было мало рандома очень. Нужно ничего добавить. Ну, народ попросил, как нужно развиваться. Ну, Димаш же описал все эти... Ну, введение могу просто сказать, типа, наворотили говна какого-то. И все. Ну да. Задушили. Леденцами. Знаете, кто это? Бреддер. Эскобара. Шото. А, я понял. Обе. Мемы для дедов. Дядов. Да, я думаю, для динозавров уже то что. О, моя любимая. Сейчас опять все будут бежать и падать, короче. Сейчас концентрация быдла снизилась, так что должно быть все в порядке. Да не насильно она снизилась, на самом деле. Ненавижу эту карту. Меня просто не... Я лежу, меня несут. Какие проблемы? Ужасно, ужасно. Нет, ну встань, сука. Ну старт так старт. Просто ложишься и лежишь. Кайфом. Лежишь и получаешь удовольствие. Ну... Там... Нет, зачем я по центру пошел? Сейчас опять думаю. Уже уровень заканчивают, я отдыхаю. Нормально, нормально. Ой, пожалуйста, пожалуйста. Ну не зачем прыгать на розовую, когда там и так 10 человек. Ты себе или им? Он не самый умный парень. А вдруг он себе говорит? Который не думаю. Денис, ты знаешь, ищи ошибки. Как кто? Ты меня пугаешь, принимаю. Да почему все направо идут? Я пошел налево и все. И все получается. И все, конец. Да блин. Да возьди сюда. Ты посмотри, какая сука. О боже. О, кто там держит синюю? Молодцом. Господи, какой же я быдло теперь. Там все собирались, поднимали штучку-дрючку, и тут Максон. Нет, нет. О, нет. Есть. И последние стали первыми. Есть. Остался только Дима. Я шел первым, и потом я пошел налево, и все, это было конечное. Да не, вот ты нормально, по прямой сейчас бежишь, по сути. Дэн там толкается с трицератопсом, смотри, у него урок осторожнее. Парк юрского периода. Денис, заходи. Давай. Денис, заходи. Нормально, все успевают. Зашли. Все наши тут, да, на месте. Все наши зашли. О! Что-то вообще киберспортивная игра какая-то. Подножки вспотели. Все вспотело. Отлично. В смысле, не отлично, забей. А что за скин с буквой F на пузе? Это в честь кого? Тупой респект? У кого? А как он выглядит? А, вижу. Пол Гай, может быть, потому что Fall Man? Может быть. Может быть. Такой, как у Элвис, видишь? Да, вижу. Красный такой с поясом. Да. Прикольно. Фолмен. О, вот это... А, опять это сразу. Опять лава. Сегодня что-то вот это вот попадается, да? Главное не спешить.
А да. По-моему, классный уровень, все отлетают. Так, Шус, давай рассказывай, где можно прыгать, показывай. Вначале, можно прыгать до конца, он, видишь, вторая желтая с правой стороны, перед ней можно запрыгивать на платформу. И везде в таких же местах, абсолютно везде. То есть вот сейчас проходим. Тошнилово начинается ебать. Направо, вот здесь, оп, залез. И ушел домой сразу, ну вот. О, нормальная тема. Не толкайтесь, мудилы. Господи, какой же ты... О, здесь бревна. Что за бревна? Шары были. Их же раньше не было. Бревна? Бревна летают. Немного счастья. Кто упал там? Блин. Отстой. О, нет! Ты там хорошо? Боже. Главное не спешить. Да, это правильно. Тут, кстати, все проходят, если не спешить. У меня самое сложное в конце на слизи, я вообще не понимаю, что там. Дюд, ну, блэд. Не получилось? Я выбыл. Выбыл. Ай-яй-яй. Ну давай, сука! Максим, да руку! Нет, я не... За Максима смотрим. Давай, показывай. Вот везде на таких штуках, вот видишь, там где справа, желтая. Вот везде, вот там, вон, запрыгнешь, Артур, MLG. Да ты я уже второй раз, я вот тут вот немного пожадничал. А, пробел, потом Ctrl, и все, и залазим. Он тебе ну, это геймпада спрашивал. Прыжок дайв. Ого, молоточки-то. Я могу сделать все осторожно, короче. Раз. Понтов. Раз. Без понтов. Два. Без понтов. Нет! Сволочь, пытается. Так. Пожалуйста! Меня прямо в финиша выкинуло. Да я не могу! Как люди проходят вообще? Да не по центру лучше, иди, потому что по краю, по-моему. Хотя там опасно. Там вот этот урод стоит, я уже вижу этого урода. Да, он меня чуть не вышел. Пошел в жопу, соси попу, все, давай, туда. Мою вином тирахат. О, все, я так, что у нас осталось? Моя очередь стремится. Денис выбыл, да? Максим остался, наверное. Один? Да. Не, я тоже попал. Да я не деревенький. Ну, тогда вдвоем, красавчики. Ну. Мне этот маятник скинул прямо в финише. Стой. Я никогда его не боялся. Я учил правила. А вы знаете, какая команда самая слабая по цвету? Но. Желтая. Не знаете? Какая? Желтый, конечно же. ЖСЖ, знаете, что значит это? Желтый ССЖ. Ну, я догадался. Это очень-очень важно. Если команда желтая, то у нас она проигрывает 99%. Вот, это сейчас докажет. Я понял. У меня синий обычно сливает. Вот оно подтверждение. У меня желтый по КД сосуд. Сейчас ну, давай посмотрим, в какой вы команде сейчас будете. Ну, если только не в желтой. Команде ну, ёптвою мать! Точку. ЖСЖ как бы. О! Бери желт, давай! Боже! Желток. Вот это желтый. Эй! И еще одно желтое яйцо. Я толкнул у нашего яйцо желтое, короче, и отдал его красному. Как, сука, стоять, сучара. Два желтых яйца у красной команды. Было. Пока не пришел злой Максон. Давай, тащим. О, что? Давай его держу. Давай до конца. До конца за ним здесь. Пока его не дадим, не успокоимся. Отдыхай, слышишь, хлопчик, отдыхай. Все, пошел. Там еще один красный, и тут вся команда. Сейчас. А, я тебя удержал. Слышь, у них два яйца. Надо, короче, идти... Тяжело, короче, красных душить. Ну, я их душу. Ну, как не очень получается, на самом деле. Мы летим пока. Я пойду к синим, посмотрю, что там у них. Да, давай к ним наведаем. У них ни одного желтого нет вообще. Да, ну давай у них такие вытаскивать. Пусть они давай. Сосут. Давай, согласен с тобой. Я вообще больше защитник, чем атакующий игрок. Аналогично. О, Зи! Каким... Это очень... Да, там желтый выкатился. Давай, сынок, я держу. На подборе, как в американском футболе. Давай, молодцы! Давай! Умница! Пошли! Умница! Бежим, хватай! Держите уродов! Всей команды рванули. Нормально, увело туда. Давай почти там. Почти удалось. Есть! Это вообще очень мало. Все, блочим, чтобы они не вышли. Нас разграбили, мы проигрываем. Да нормально, они не выйдут. Нет, что, сука! У вас 9 яиц, 8 яиц. У нас вообще нет яиц. И 17 секунд. Вам бы желтенькое. Опа. Ребята, у красного, смотрите, у красной команды желтое яйцо прям в ногах.
Это так можно вообще? У нас воруют? У нас воруют желтое яйцо! Я один здесь стою! Мы выбыли. Ну, желтый сосуд жопу, я всегда говорил об этом. Получается сосуд, команду да. Желтых всегда кидает, понимаешь, типа... Типа ты так должен... Так мы вдвоем как бы тянули команду. Ну, именно. Чуваки, есть вариант, что против вас за красную команду читер играл, потому что у него яйцо золотое застряло промеж ног. И навряд ли это было яйцо. Чтобы ему было. Ну, что просто повезло. Да, золотые яйца. Что тут происходит? Ты, наверное, кто-то подрался в комнате? Не, вроде не подрался. Сейчас кто-то подерется. Так а что мы смотрим? Надо выходить же. Я родил, я уже вышел. Я уже что-то подвис. Не, бывает. Подвис, что-то такое бывает, да. Как же сожерж фроудс? Получается, желтые сосут жопу. Боже, надо хоть одну корону сегодня получить. Я стал пиратом. Одноногим и одноглазым. Бывает. Чтобы мой скилл совпадал с визуалом. Как я мог проиграть ту корону? Я просто невероятно расстроен, бля. Денис. Давай победим. Давай. Потому что там пятницу всякую вот эту вот надо. Самая левая дверь последняя. Надо себе доказать, в первую очередь. Да? Видишь, треугольничек маленький такой. Самая вот. Левая для нас, да? Да, да. Самая левая из последней? Да. Последняя, последняя. Можно и те, если присмотреться. Ну, я как обычно последний здесь. О, бист на первом месте, давай. Ну все, надо выбить головой. Головой. Работаем пошел. Головой. А почему я не пробил? Я врезался как лоб. Новым пиратом. Ты мой фрегат. Ай. Денис, а ты же виделся с пистолетом, да, Денис? Нет, не я. А он тебя не посвящал, да? Не. Что за посвящение? Мы хотели подруги, там посвящение пираты делали. Да, он посвящение в пираты проводит. Не сомалийский и не карибский. Смотри, левая, правда. Да, это сверхмозг, это Дмитрий. Да что тут происходит? Мясорубка, блядь, какая. О, вот сейчас. Что, перекинул, да. Нормально. Ебать, чуваков закидывает просто. Просто жесть. А если перекинет тебя через эту арку, то... Не думаю, что это возможно, если честно, Артур. Не, перекинуло только что, чувака. Я поэтому спрашиваю. Я думаю, что засчитали. Я тоже думаю. Я думаю, там просто как стена такая. Такая невидимая стена, да. Нас все, да, не открывающаяся дверь просто тупо ниже. Да я не знаю, как вы это видите, там на несколько пикселей говорят. Как это возможно заметить? Он хотел играть на сапке, но он не знал, что сабок не получит никто. Бист, как ты там разглядел, что стена ниже? Какая стена? Смотри, там треугольнички внизу, да? И тот треугольничек, который нужен тебе, он меньше по пикселям. И последние три двери, это прям очень сильно заметно. На предыдущих именно внизу? Да, именно самый нижний треугольничек, который на полу. По центру. Он меньше должен быть, да? Он меньше, да. Окей, посмотрим потом. Вот на трех дверях это прям ярко выражено, на предыдущих вроде тоже можно заметить меньше по пикселям. Я так и не понял. Треугольнички. На последней двери треугольничек внизу меньше, то и правильно. Не, ну я понял, что там теперь треугольнички есть. Ну я понял. А, все с кайфом, разберемся. Что мы в конце концов, киберспортсмены по Fall Guys? Базару нет. Боже. О, это ГГ. Боже, люди, что мы за люди? Тяните, тяните, тяните команду наверх, вот так. Сначала бегут нормальные ребята, парни там. А так просто бежать впереди. А потом быдло, да, всякое. Это сейчас очень так... А, я понял. Да нет, я в целом говорю, не обобщаю, конечно. Ну я, в общем-то, бегу с тобой, вот он я, как бы, понимаешь, так что мне, в принципе, вот мы вместе идем ну, вниз. Ну вот, да, вот, ну вот видишь, толпа ебланов, ну да. Ну, вот. Пришла, как бы, сзади, негодяи. Ну вот еще один. До свидания. Дима, ты уверен, что вы сможете такой там? Такой контест я еще не испытывал никогда в своей жизни. Залез, Димас, да? Нет. Меня скинуло вниз. Такое бывает. О, чувак как будто улетел.
Читеры сейчас есть в игре вообще, нет? Да, стопудово. Есть, попадаются сюда. Хотя просто раньше было уровень, чтобы запрыгнуть. Ну да, но вот раньше было прям вообще жесть, чё. А сейчас вроде я смотрю так поменьше. Ел. Оп. Оп. Что такое? Вот у меня летишь как этот доктор. Максим, ты летишь, блин, из X-менов, знаешь, такой летает, руки вверх поднял и летает над землей. Все здесь? Да, все наши прошли. Я прошел. И я прошел. Ну да, все прошли, да. Доктор Злоты, Максим, вот ты кто. Доктор Злоты. Я не знаю, как его зовут. Ну, доктор Злоты из Остина Пауэрса такой, знаешь, с фонтиком. Ну, я не помню, как его зовут, но я думаю, это хорошее название для человека, который поднял руки и летает над землей. Ту-ру-ту-ту-ту. С последним обновлением их уже меньше. Кого их? А, читеров. Понял. Мне говорят, что вообще, мол, играю каждый день на протяжении недели, никого не видел. О, вот это мне нравится. Желание. Прощаю, спасибо. Трахнем Терентия. Клуб прыгунов. Камен на сай. Ох, сейчас дичь будет. Слишком много народу для этого уровня. Главное сейчас друг другу не мешать. Подальше от толпы. О, тут Элвис есть. Сука, он держит меня специально, негодяй. И правда, есть такое хуйло, зеленое, да? Негодяй, хуйло, да. Мерзкий вообще, чувак. Ну да. Ой. 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 О, нормально. Зеленый ублюдок. Колол сейчас. Обозвал. Да. Да. Мне кажется, нужно держаться поближе к центру, потому что если он тебя собьет, ты зато не вылетишь сразу. Возможно, возможно. Мне кажется, если собьет, то все, это финиш. Лучше не сбиваться, лол. Да, лучше не сбиваться. А вот это лол, что ты... Зеленый урод! Все нормально, все хорошо. Так, я упал. Это просто жизненный совет. Есть! Изи. А вы были на финале? Вот такой уровень только на финале. У вас когда-нибудь был такой финал? Кто такой? Был финал с падающими платформами еще. Не, вот именно такой же уровень, только там из этого круга только четверть. И это финальная часть. Не четверть, а платформа. Не, они исчезают, по-моему, да. Не, за то, что мы сейчас говорили. Целиком, потом одна, да. А, да? Плюс падают платформы еще, да. Понял. Я даже не попадал никогда. Ну, прикольно. Ну, там как повезет, потому что, допустим, 4 человека на одной платформе, 4 на другой, и... Это срань началась. Ну, удачи вам, типа, 50 тысяч баксов воображаемых. 50 тысяч баксов. Нормальный день. Ни одной гонки, сегодня только плитки были на финале. Вот это я замечательно упал. А кто у нас, Артур? Да. Все, я Гордон Фриман. А, ты спрашиваешь не то, я понял. Я тебя вижу. Ты сейчас по желтым бегаешь тайлом, да? Ну да. Денис, ты в игре? Я пират! А, ты пират. Сомалийский. Сомалийский, да. Куда, блин? Я куда я валюсь? Тебе на палке не тяжело скакать, Дэн? А я только скакать и могу. О! Ах ты ж падла, ты куда приперся, блядь? Прям насквозь? Да, там было слишком пусто, там утоптались сволочи снизу. Очень плохие новости. Вообще, это все, это край, это вилы. Давай, делать вещи, давай. А, ну все, все, все. А он наверху. А у нас наших не осталось, да? Да, все. Ну так и все, до свидания тогда. Да, не все уже. А я уже вышел, пофиг. Я не буду смотреть. Да придется посмотреть, получается. Ради Пашки. Гордона Фримана. Да-да-да, я сейчас этот. А мы, кстати, в VR играли, мужчины. На Half-Life Alyx. И все на этом? Да. Ну, Half-Life Alyx это шедевр вообще. Да, было неплохо. Сейчас мне новая игра проходящих выходит или уже вышла? Кстати, она завтра выходит, по-моему. Вот, а играли в старых ходячих, которые Saints and Sinners?
Я так, мельком только. Офигенная. Она просто офигенная. Но новую, говорят, очень похожа, на самом деле. Ну да, в этом весь смысл. У меня пока даже не установлено, я даже не буду ставить сейчас на данный момент. У меня VR сейчас негде развернуть нормально. Я в VR сейчас играю только в этот, Евротрак симулятор. С рулем? Конечно, с рулем, с педалями. У меня там на приборную панель вынес чат, знаешь, вынесен чат. Денис, Денис, у тебя будет Walking Dead на канале? VR. VR он уже был у меня вроде. Нет, 29-го выходит новый. Довольно крупнобюджетный. Кооператив есть? Нет, я просто хочу у тебя посмотреть, потому что у меня его не будет. Потому что мне VR негде поставить сейчас. 20 какого ты сказал? Завтра выходит оно, понимаешь? А завтра уже? Подожди, а у меня же завтра колда, и у тебя завтра колда. А, ну да, получается. Ну послезавтра можешь, у меня как раз выходной будет. Ничего себе, ну давай. Я, правда, не понял, про какой Walking Dead ты говоришь. Я смотрел сегодня графика релизов на Канобу и не видел там ничего подобного. Вот видите, как мы стримеры профессиональны бываем. А он совсем новый или как DLC? Новый, он совсем новый. Да. И он офигенный. Графика симпатичная. Графика настолько... Мне кажется, графика сделала шага два вперед, если честно. По сравнению с Saints and Sinners. Надо ну, все еще не Half-Life Alyx, конечно. Ну да. Half-Life Alyx я прям не оценил супер-мега-графон, если честно. А мне прям понравилось. Ну, не, а мне тоже понравилось, но я не могу сказать, что прям это прорывно, знаешь, было. Мне сам геймплей Half-Life Alyx, сама физика предметов всего остального, вот это был прорыв, так прорыв. Ну, игра по там... физике предметов там, по-моему, она, вон, Boneworks, она посильнее в этом плане. И физика как была в Half-Life 2, так и на том же, по-моему, не осталось. Я говорю про именно в VR, по окружении, именно благодаря тому, что у тебя все коллизия имеется у предметов. Мне очень шейдеры понравились на бутылке водки, где там внутри переливается жидкость. Но это не сразу добавили, но это очень красиво было. Да. Да-да-да. Этого даже не видел. А касаемо Boneworks, кстати, могу сказать, что... Да, Boneworks — это отличная технодемка. Да-да-да. Я даже не прошел, мне скучно стало. А там тоскливо, реально, технодемка. Меня просто затошнило. Чего? Ну, плохо человеку стало. У Терентьевича, кстати, тоже плохо. Он когда одевает VR, ему прям тяжеловато. А я помню, одел как-то шлем, зашел в Skyrim с модами, и потом раз, уже ночью. Когда вышел? Ну, ночью где-то вообще, там, часов 8 или 9, спина болела, бро. Прикиньте, если завтра бригада Артура и Дениса рандомно встретится в лобби. Ну, в смысле, в лобби. Мы можем в игре встретиться, тогда мы, конечно же, победим Дениса. Как уже бывало не раз, да, Денис? Да, Артур. Да. Может быть, это будет ваш... Что за клипу шался, ты сказал, думаешь... Я говорю, скажи, не помню, как вы нас побеждали, зато мы вас постоянно. Ну да. Да мы с ним встретились в какой-то игре Rocket Arena, по-моему. Прекрасная игра, на самом деле. В одном лобби, да. Да. Кто кого? Кто работает? Ну. Да. Нет, что-то вы не очень хотите это вспоминать. Тяжелые воспоминания. Да, да, это что-то страшное, ты знаешь. Понял. Да кто победил? Игра-то вроде нормальная была. Это тишина. Денис, кто победил? Сделал. На ответ. Крикнул! Ай, как плохо с тобой. О, привет, бист. Вот, у тебя тоже все очень плохо. Да, давай попробуем испытать. Ну, конечно, удачу. Да по левому, смотри, и прыгаешь. Оп, и тебя выкидывает. Ну что? Отлично сработано. Как часы. Артур победил, а Денис его называл потом старым ютубером. Старый ютубер. Старый ютубер. Мне сказали, ты меня тоже, Максим, старым ютубером я в нем называл. Меня выбили. Это обманули. Это... Но я, нет, я называл, не обманули. Я сказал, что ты и я, мы древние ютуберы. Я сказал, мы раса древняя. Динозавр, да, по сути? Да, но я сказал, что ты более древний. Деревья? Все еще. Ну, я сказал, типа, что я, может быть, тоже в числе где-то первых. Но Артур это прям вообще супер древнее, знаешь, существо. Говно мамонта, да? Говно, а сам мамонт. Я говорил, мы мастодонт его. Нормально. Нормально. Не, ну так мне нравится, да. Сразу куда-то в говно бросился, что-то никто на кого даже не подумал, что-то начинаешь. Это самое критичное, понимаешь? Так, ненавижу. Мы сейчас будем внимательно следить за домашними заготовками.
А можно, пожалуйста, не знаю, там память поиграть? Или не, вот тебе вот... Память у нас сегодня не очень хорошо получалась. Воу-воу-воу-воу-воу. Вы все это видите? Посмотрю, за ними меня выкинуло какого-то хуя. Живая идет. Кто до меня доебался здесь, извините? Что ты хватаешься, тварь ты такая? Мудень. Да, получается мудень. Боже, как же он душно поступил. Да. Слышишь, Артур вообще летит уже второй уровень впереди всех. Я просто кисель не люблю. Ты еще и пасы Вову, если проходишь, без шорткатиков. Да я просто... На первом, кстати, можно не прыгать эту. Ну и что, будем стоять? Ну и что, да, они специально руинят это все. Давай! Он тебя сталкивает со своего корабля. О, все, пошел на корм. Все всех ублюдками называют. Детская добрая игра. Ну это если без мата даже. Зачем они стоят? Я не понимаю, в чем кайф? Хейтеры. Ну, типа, наподлить. В этом есть определенный кайф, ты знаешь. О, пират отдыхает. Ну все, пошли. Ублюдка сбросили, пускай там чилит теперь. Говорят, что maybe он тиммейту помогает таким образом. Maybe. У кого-то сегодня Twitch Rivals. Да-да-да. На 50 тоже воображаемые деньги. Так, самое сложное началось у меня. А ты в прошлый раз хотел срезать, что ли? Нет, я в прошлый раз просто плохо сыграл. Все просто. Нет, чел. И? Нет! Ай, жаль, чел, не удалось подставить. Пошел в очко! И такой на финиш крыса. Соси, восьмилетка, соси! Ну, осуждаю. Прикинь, кому ты сейчас детство разрушил, да? Да он это уже был уже играть следующую. Смотри, у чувака пузо пустое. Обалдеть. Там ананасик там с рыбы. Смотрите, а, рыба. Вот завтра. Там такая драма сейчас ананасика с рыбкой. А, нет. Ананасик, о, боже, пишет, людей убивает, просто смотри. Все, прошли. В итоге ананасик птичку проиграл птичке. Я был о тебе лучше умение, Терентий. Сейчас о каком Терентии говорим? Ну, это мне написали после того, как я скинул человека. Да у меня тут пишут, типа, кто играет? 4 Терентия пишут. Лехи собрались. Прошел Артур. А Терентий это как оскорбление воспринимается? Дима, как? Нет, конечно. Нет, конечно. Без негатива же. О, да. Мы сейчас желтой командой, смотри. Сейчас опустим этих желтых. Желтый говно. О, нет. Сами желтые будем. О, нет. Мы желтые сейчас. Ты видишь себя? Не, мы синие. Не, ну все, это как бы победа в кармане. Они теперь крутятся, я смотрю. Это чтобы не... Ой, это что-то новое, да. Пойду встану на ворота. Высылайте мяч! Угу. Накаладзе на месте. Джедаи не пройдут. Один ноль. Все, есть. А где второй? А, вот он. Каладзе! Да лагучее говно. Блин, на уровне реально поменялись. То есть раньше не было крутящихся штук. Это, наверное, чтобы не забивали с головы. До конца. 1-1. Нормально. Ничего не ничего. Нормально, нормально. Сейчас все будет. Сейчас два затолкаем туда. Давай, затолкиваем все. Все, что есть. Отлично. Один зашел. Пошло, пошло, пошло. Давай, пират. Я мог здесь, кстати, сейчас немножко спижонить. Нет, не могу. Ничего. Нормально, нормально. Блин. А, я в штангу затолкал. Еще, Артур, не отпускай, не отпускай. Сюда. Отлично. Раз, ну да, приятные ребятки. Не? Хорошо. Там, кажется, такое мячное. А, блин, залетело почти. Только выкидывают, сука, из фулгайса меня почему-то, не понимаю, бля. Что я сделал плохого? Почти. Я, кстати, попробую найти катку, меня не выкинет. Чат уже предлагает сыну называть Терентий. А что, неплохой вариант на самом деле. Терентий Егорович. Ого! Мяч к нам катится! Чел! Ладно, еще хотя бы... Еще один, Нет! Ужас! Они сравняли просто! It's a disaster! Ой! Еще одного! Туда же! Так, пошел мяч! Пошел уже там почти! У нас чел стоит! Все, пускай отдыхает! Пойду по атакую! Максон! Башку дать. Нормально. Секунд. Держитесь. Защищайте ворота. Два снаряда приближаются к ним.
Боже, там синий нам, наш же нас чел подставил. Сюда! Победа! Нормально! А я там закрепил бы еще один, там был бы сейчас следующий. Да там почти, да посмотри, оно стоит там. Итак, синяя команда проходит финал. Желтый сосуд в финале. Семь человек. Ну все, Артур, это оно. This is it. This is the time. Денис, а ты же с нами, да? Да, и морально. Все тогда. А, я понял. Давайте побеждать тогда. 50 тысяч виртуальных денег сами себя не заработают. Итак, финал. О, опять это блин, у меня такой шанс был выиграть 50 тысяч виртуальных денег. Так обидно. Возможно, может, они их обновляют. Так, нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек. Семь человек. И трое в команде, правильно? Или Димка вылетел? Димка вылетел вместе с тобой. Да, я вылетел. Я еще и вылетел из пати. Вот так вот. Ну, сейчас добавим. Артур, у нас плохие с тобой шансы здесь. Ничего, ничего, мы справимся. Конечно. Я в эту сторону, ты в другую давай. О, я себя подставил только что, кстати, очень сильно. Лучше спрыгну. А-оу. Нет, не падай! Бля! Я довольно низко. Понимаю. Низко пал, да? Да, дно почти пробил, понимаешь? Нет, чел, нет. Господи, это какой-то убер-задрот только что был со мной. И он еще успел встать и зайти на ноге. Я так себе такой кусочек отрезал, а эта сука вылезла, короче, и теперь она его хавает. Негодяй. Но. Не для тебя Макс, это было. Макс, к тебе приближается. Вижу. Какой же ты еблан, боже. Отрезал, блин. Ну все, дальше только прыгать. Ну вот чел! Мне кажется, там реально один специально руинит, а второй прыгает наверху. Это очень похоже на правду. Мы играем каждый на себя, а там чел играет на команду. Вот я еще, Артур, огромный кусок рядом. Я знаю. И пролетел. Ко мне скачет он, дармоед. Я не знаю, мужик. Слишком сложные вопросы. И что это? Это как получилось? Ты сквозь пролетел? Да. Там были... Сейф! Нет! Блин, было хорошо, а потом стало плохо. Давай, это один. Один? Да, я опять провалился там, где уже натоптали, понимаешь?